Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Протей. Протей – младшее морское божество, пастух тюленей, морских чудовищ, обладающих полученными от своего отца Посейдона даром предвидения и способностью изменять свой облик. Считалось, что Протей живет в морской пещере на острове Фароссе, расположенном неподалеку от дельты Нила. К Протею за советом обращаются Менелай в Одиссее Гомера и Аристей в IV Георгике Вергилии. Из Википедии. Ему посвящен 25-й орфический гимн, действующее лицо драмы Эсхила Протей. Согласно Вергилию, жил у Карпафа, остров в Эгейском море. После смерти сыновей переселился из Фракии в Египет. Заменил Елену на ложе Париса ее призраком. Жил на Фароссе. Предсказал Менелаю будущее. Когда Менелай связал его, посоветовал ему совершить гекатомбу для возвращения домой. Гекатомба в Древней Греции – торжественное жертвоприношение из 100 быков. Ну вот так вкратце о Протее. Протей – младшее морское божество, пастух тюлени, морских чудовищ. Пока-пока, до свидания.